4 ноября в Карагандинской области начнут работу санитарные посты, через которые будут пропускать только при наличии ПЦР-справки. Это касается автомобилистов и их пассажиров, приезжающих из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Всем, кто будет пересекать санпосты, необходимо оставить свои данные на сайте пропуск.кз. В новом постановлении главного санитарного врача области также внесены изменения, касающиеся въезда и выезда работников предприятий, работающих вахтовым методом. Основной момент именно изменения 40-го постановления – это руководитель предприятия за свой счет ежедневно в течение 5 последних дней до момента выезда, въезда из вахты, из вахтового поселка проводит контрольное обследование. Это осмотр, замеры температуры. А также за 5 дней до выезда с вахты проводит ПЦР. Обследование на COVID-19 всех работников, которые находились на вахте, в том числе работников подрядных организаций. Стоит отметить, что новые санпосты установлены на внешних границах, то есть передвижение внутри области остается без ограничений. По словам главного санитарного врача города, эпидемиологическая ситуация в Темиртау и поселке Актау на сегодняшний день расценивается как стабильная. Однако за последнюю неделю октября наблюдается рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кристина Кириченко, Акирке Балкыбекова, Максим Ломакин. Новости Темиртау.